Как делать крепление на веночек? Мы берем проволоку, делаем концы острыми под 45 градусов, с помощью кусачек сложим напополам. Перевернем венок, это можно сделать либо в начале, либо в конце. Аккуратненько вставляем проволоку в основу, желательно ближе к краю. На обратной стороне загибаем краешки проволоки, чтобы скрыть хвостики, и подтягиваем проволочку наверх. Крепление для венка готово.